Май окончательно вступил в свои права, радуя нас даже не весенним, а летним теплом. Повсюду одна с другой открываются летние веранды кафе и ресторанов. В Твери есть среди них, без всякого преувеличения, уникальная. Та, что находится на крыше бизнес-центра «Тверь». Теперь посетители смотровой площадки могут наслаждаться не только самыми лучшими потрясающими видами города, но и отменной кухни ресторана «Панорама», прибывающей в столицу Верхней Волжи белоснежные пассажирские теплоходы, виды далеких загородных лесных массивов, памятники архитектуры исторического центра Твери. Все это прекрасно просматривается с высоты 22 этажа. Здесь можно прекрасно отдохнуть компанией, с друзьями. При этом для посетителей предлагается такая услуга, как билет на двоих на смотровую площадку, вкупе с аудиогидом и кофе либо чаем. Билет можно приобрести на сайте ККЗ «Панорама» или же по мобильному приложению. Веранда ресторана «Панорама» работает так же, как и смотровая площадка, ежедневно с 12:00 и до полуночи.